Здравствуйте, друзья! Всем привет! Сегодня видео из Falling Price. Ой, Falling Price магазин. В общем, магазин «Падающие цены» из Сакраменто. Самый лучший, самый выгодный магазин в Калифорнии. Значит, Люда сегодня была на очередной распродаже по 25 центов. И записываем сегодня видео. Опять-таки, пожалуйста, в комментариях напишите, вот помогите мне доказать моей жене, что это видео вам нравится смотреть. Вот такие видео вам нравится смотреть. Потому что она говорит, ну сколько можно, одни Костко и Falling Prices, никаких больше магазинов нет. Но на самом деле то есть. Но в общем, жду вашей поддержки в комментариях, ребят. Все, поехали. Делаем обзор вещей, которые Люда купила сегодня в магазине Falling Prices. Розочку ты эту не купила, давай я ее уберу со стола. Но пусть украшает. Да. Мы шторы откроем, чтобы все это было. Хорошо. Хочешь, покажу тебе самую прикольную вещь, которую я купила сегодня? Ну давай. Самая книжка. Прикольная. Она такая, нет, не книжка, а вот такая вот штучка. А вот это такой, такой вот за зверь? Зверь. Вот такой вот зверь. Знаете, что это такое? Это закладка для книжки. Вот так вот. Оп. Прикольная, слушай. Да. Самая прикольная вещь. Смотри, какая прикольная закладка на книжку. Оп. А, это коврик для мышки. Да. Так, что тут же у меня? Давай. Это два коврика для мышки. Вот тут. За 25 центов. Купила. Если он тебе нужен, бери. Пете надо взять в руки и снимать лицо Эстеры. Что-то возле меня стоит Эстера. И эмоции свои показывает. Я еще не все выложила. Сейчас мы выложим. Я забрала звездочки. Ну, я смотрю, хорошая закупочка. На сколько денег ты купила? Я 17 долларов потратила. 17 долларов. У тебя прям как стандарт. В прошлый раз 16. В этот раз 17. Да, мне еще соседка попросила, чтобы я купила ей батончиков. Она, видать, была на неделе. Та соседка, которая мне вчера фруктов принесла, она была, наверное, на неделе и видела, что там моя не было. Она видела, что там очень много батончиков таких. И она говорит, если там будут, купи, пожалуйста, мне. Так что 50 центов я потратила на соседку. Ну что, я готова показывать. Ну давай, погнали. Вот то, что я нашла. В общем, сокровища в магазине по 25 центов. Три наборчика для рисования. Холст с красками. Вот с такими картинками. Я сейчас собираю посылку в Украину, и некоторые вещи я хочу отправить туда, на гостиниц, как говорится. Поэтому, ну вот 25 центов такой набор, это просто суперская цена, считаю. Так, это уже знакомо. Это тоже набор для рисования для маленьких детей, если то для взрослых уже больше. Это более легкий, сейчас вам покажу, вот с такой картинкой. Такой миленький котик. Захар такого волка похожего рисовал. Что? А там разговорчивые молодые люди сидят и... И что, интересуются? Вот я купила такой набор, как ты волка рисовал, видишь? А, мы покупали волка в интернете, да. Где-то долларов 12 это стоило, котик. 15. Это котик. Класс. Так, такой тоже наборчик для рисования. Вот такой стаканчик для карандашей. Петь, у меня сейчас видно хорошо? Да, было, отлично тебя видно. Для организации порядка на столе стаканчик для карандашей. Потом я купила три разных набора. Один там с горошек, другой тут с юникорн, с единорогом. Вот такие вот шарики, пакетики. Просто шарики для организации какого-то праздника. Так, три набора шариков разных. Да, что еще я раздобыла. Вот в последний момент уже стояла на кассу. Сегодня очень долго на кассу стояла. Большая очередь была. Минут 40. Ну, они всего одного кассира поставили. Такая очередь, пока пересчитают всю мелочь у каждого. Ну, да. Но что-то они в этом магазине очень плохо с этим работают. Очередь, получается, стоишь очень долго. Уже выбрал и стоишь.
Салфетки для вытирания компьютера, телефона, просто, которые, наверное, не оставляют следы. Взяла мокрые салфетки. Потом вот такой вот нож. Так. Я его даже там толком не рассмотрела. А, тут разные насадки. Ты можешь нарезать, я думаю, кабачки, огурцы или вот такие вот разные. Это такая, как морковка по-корейски получается. Это еще что-то. Прикольно. Нож. Я взяла, даже сильно его не рассмотрела. Я думала, обычный нож. А здесь открывачка. Думала, обычный нож, который чистит картошку. Надо попробовать его, как он работает на деле. Так, потом. Это маленькая баночка, это краска, которая светится в темноте. Можно что-то на картине подрисовать или что-то написать, и это она будет светиться в темноте. На, Семен, почитай. Я правильно поняла по-английски. Так, набор чайных ложек. Вот такие вот железненькие, 6 штук. 6 штук. Так, следующее, что я купила, это вот такой пенальчик. Вот такой вот пенальчик. Тут можно мелочи положить какие-то. Здесь тоже для организации порядка. В сумке, в рюкзаке. Или где хочешь. Так. Потом, я напоминаю, что все это я купила по 25 центов. Поэтому стоимость того оно стоит. Я люблю первый день и последний, самый большой. Вот эта краска, которую показала. Это еще одна картинка, но это не рисовать красками, а это то, что такая алмазная мозаика. Тут такой черный котик получится. Алмазная мозаика за 25 центов. Я бывала даже за 2 доллара их покупала. А сейчас смотрю, их остается много на 25 центов. Даже можно найти. Эта штука, чтобы стекло... Когда моешь стекло или когда в душе, если стеклянные у тебя двери, лишнюю воду снимать, чтобы капли не оставались. Щетка резиновая. Так, вот любимая Петина кофе. Это я открыла, проверила, что там действительно те капсулы, которые мне нужны. За 25 центов это вообще невероятно его найти, честно говоря. Я вообще в шоке от того, что оно осталось на 25 центов. Его разбирать даже по 2 доллара вот эту штучку берут. Даже по 4 доллара, мне кажется, они Ну, это называется вот так вот, просто так получилось. Да, я подошла именно туда, в тому контейнеру, который был. А, свечечка. Интересный запах у ней такой. Вот. Это всегда тоже пригождается. Потом, вот такую вот корзиночку. Вот так она. Можно ее так сложить, использовать. А можно сделать из нее вот такую вот. Сейчас я вытащу. Ой. Так. За ручки. Главное, в магазине легко и быстро вытащила. А сейчас на видео, как всегда, вот такая вот. Ух ты. Можно красиво. Или цветок в нее поставить. Или что-то в нее сложить. Вот такая вот корзиночка классная. Так, потом я накупила много-много, отгадайте, чего. Вот, смотри, потратила на это... Где-то 3 доллара, у меня там еще пару штук лежат. Это не батончики, это лейкопластырь с монстриками. Ух ты, класс! 24 штуки в одной коробке. Я хочу поделиться, дать тем, у кого маленькие дети. Ты хочешь что-то сказать, Эста? 24 штуки. 24 лейкопластыря в одной штучке, в одной коробке. Я знаю, что у кого маленькие дети, лейкопластыри летят на ура. Особенно, если они еще цветные. Любая точечка или царапина. Мои дети хотели, чтобы им заклеили лейкопластырь. Поэтому вот не смогла пройти мимо. У нас обычно тоже лейкопластырь идет хорошо. И те, у кого есть дети, знают, что
эта вещь очень нужна. А это еще вдобавок и веселая. Так, я вот сюда там вещичка. Так, что еще из вещей вот остались? Это был набор здесь их. Сколько их тут было? Ой. Я не вижу, сколько их было, но осталось уже на последний день только одни носочки новые здесь. Детские. Я тоже их забрала. Так, потом перчаточки рабочие. Это то, что нужно в хозяйстве. Они где-то куда-то деваются, теряются, выкидываются. Перчатки за 25 центов. Тоже хорошая. Так, еще из одежды, смотрите. Из вещей, что я купила. Купила маски. Детские. С расчетом отправлю их в Украину. Я думаю, что у них еще маски тоже не снимут. Хоть и будет посылка 2 месяца идти, но у них еще маски будут использоваться. Я просто положу в посылочку, они немного места занимают, а там будет весело детям. Так, вот такие вот штуки. Веселые зверюшки. Вот, я вытащила крокодильчика. Это такие штуки, чтобы, ну, сделать подарок ребенку. Тут можно написать кому, от кого, и взять вот так вот, приклеить и положить конфетку. Это оформление, ну, либо как валентинка использовать на день Святого Валентина, либо на день рождения можно, или еще. Вот тут целый наборчик такой, 36 штук всяких-всяких зверюшек. Так, я потом положу на место ровненько, не хочет она залазить. Это тоже для организации, наборчик для организации дня рождения. Вот такие вот зверюшки, которые можно в кексики или в тортик, чтобы украсить, поставить. Вот такой наборчик. Так, тут у меня уже целая куча падает. Это набор... По-моему, их тут 6 штук. А, тоже такие, как шарфик-маска. Бандана такая. И это тоже. А, бандана такая. Как она правильно называется? Я не знаю. Мультифункциональная маска. Да, то есть с ней можно сделать и косынку, можно как маску сделать, можно шарфик. Вот функции, которые можно использовать их. И резинку на голову даже можно сделать. Вот так вот, вместо шапки. Так, теперь... А, вот еще что-то из непродуктовое. Вот это купила вот так вот наугад. Вот, смотрите, я поняла, что это доска для рисования. Вот тут есть даже... маркер, которым рисовать, о, уже сбежали с детвора посмотреть. Хотите попробовать? Да. Вот, смотрите, здесь. Не-не, это не просто маркер. Это, а что это? А ну расскажи, что это такое. Окей, можно покажи? Ну да, покажи давай, как это использовать. Это не просто. Это оно... А что Стеш, это можно сниму. Окей. А, тут вот трафарет. Стрима. Такие можно рисовать, да. Ты рисуешь вот так? Ты не видишь, правда? Да. А теперь смотри. Подожди. А теперь смотри. Оно вот. Вот оно. Оно здесь. Видишь? А, ты рисуешь этой стороной? Светом. Светом рисуешь? Да. А ну попробуй букву. Интересная доска. Вот давай попробуем. Можно букву я какую-нибудь. Подожди. Одну букву. На снизу, пожалуйста. Нажимай на кнопку. Так, сейчас, подожди. Можно мне попробовать? Так, нарисовал. Кита. А ну давай ты какую-то, выбирай букву какую-то, нарисуй. Выбрал картинку? Специальная доска для рисования. Да, и ты рисуешь светом. Смотрите, я выберу вот очки. Я взяла вот эти очки. Давай. Как выжигаешь, типа лазером. Опа! Ух ты! И потом оно через время... А потом вытирается или как? Не, оно исчезает через время просто. Ха. Или стоп. Вот здесь есть очень много разных маркер. Трафаретов с разными рисунками. Прикольная штука.
Вот, в общем-то, смотрите, это то, что да. Вот я сама не поняла, взяла. А зачем? А это прикольная штука это для детей. Зачем? А, мне кажется... Маркер, я не знаю, для чего. Можно я знаю. Можно я проверю на сзади? Хорошо, сейчас попробую. Нате, все, я буду дальше показывать, а вы идите и пробуйте. Хорошо, вот от нее, может быть, тут где-то что-то написано. Идите, пробуйте. Будешь ли записывать видео? Нет. А? Нет. Смотри, а что это нам? Подарили $5, как думаешь? Ну да. На Амазон карту да? Или нет? Магнитные рамочки. Можно поставить фотографию и на холодильник. Маленькую. Их тут 3 штуки. Так, и осталось у меня вот тут то, что продукты я купила. Смотрите, я купила 2 пачки риса. Это они по... Что у нас? 907 грамм пачка риса. А я посмотрела, срок годности у них закончился пару недель назад. Но я подумала, что рис не пропадает через 2 недели после окончания срока годности. И я взяла 2 пачки риса. Так, жучков в нем никаких нету, значит, он не пропал. То есть тот... Вот его с магазина списали, потому что у него срок годности пропал. Так, следующее. А, это горчица. Баночку. Баночку каперсов. А, потом это ренч. Это типа майонеза со специями. Ренч, ну соус. То, что используют для салатов здесь. И вот такая штука. Вот это я взяла на пробу. Я не знаю, что это. Чесночная. Что-то тоже похоже на ренч. Может быть, это как что-то с хумусом. Или это я взяла. Даже не знаю, что. Будем пробовать. Так, потом я взяла вот такую пачечку конфеток клубничных. Так. Вот. Взяла пачку макарон, точнее, это не макарон, это нудлс. Какие они? Ну, дочка говорит, что это классные. Классные, типа, макароны для нудлса, специальные макароны для нудлса. Выглядят они как будто деревянные, честно говоря. Ну, вот такая штука. Потом 2 пачки кофе зерновой, немолотый. Вот так взяла. Пахнет кофе. Слышно, взяла эти пачки. Потом я взяла пачку с печеньками. И взяла вот такие батончики. Наши очень любят такие. Все. Вот моя закупочка. Вот, в принципе, сегодня такая у меня была охота. Если вам интересно, то ставьте лайки, так скажем. Потому что я уже переживаю, думаю, ну, может быть, это неинтересно. Хотя я понимаю, что каждый раз, когда я иду, то что-то новое покупаю, совершенно другое, то, чего не было в предыдущем видео. Вот такая вот закупочка у меня сегодня получилась. Все, спасибо за то, что досмотрели до конца. Встретимся завтра.